И последнее предупреждение. Бегите из города! Не то я натравлю на вас ваши самые жуткие кошмары! Последняя воля почившего Томаса Уэйна. В случае моей смерти все мое имущество переходит во владение к моему сыну, Брюсу Уэйну. Я прошу тебя с должным почтением отнестись к наследию семьи Уэйн и посвятить себя работе на благо Готэм-Сити, защищать его устои и заботиться о его жителях. Будь сильным, сын. Ты еще молод, но тебе суждено вершить великие дела. Используй свое богатство с умом. Воздай должное городу, давшему нам так много. Помоги изменить жизни миллионов людей к лучшему. Не разбрасывайся деньгами. Прошу тебя, не спускай их на спортивные автомобили и дорогую одежду и вредные привычки. Инвестируй в Готэм. Относись к его жителям как к своей семье. Защищай этих людей от сил, которым они не могут противостоять сами. Больше всего мне жаль, что я не увижу, как ты вырастешь и станешь достойным человеком. И, наконец, мой сын, прошу тебя, никогда не бросай этот город на произвол судьбы. В нашей истории были мрачные времена, и они без сомнения настанут вновь. Но такова роль всех великих людей — стоять на страже Готэма, когда прочие в страхе разбегаются. Даже после смерти я буду вечно тебя любить, твой отец Томас.